В администрации города пояснили, что знаки сняли для того, чтобы провести их оценку и дальнейшую реконструкцию или реставрацию. После чего ордена, скорее всего, передадут Совету ветеранов Советского района в музейный фонд. Сами ордена появились здесь в 70-е годы. Копии орденов Дружбы народов, Октябрьской революции и Победы. В условиях современной ситуации, не только наши, но и международные, что появится? Орден Победы сняли и убрали из одной из площадей крупного российского города. Орден Дружбы народов. Чтобы не говорили, она была, ее проявление сейчас, и взять, убрать это как просто какой-то старенький ненужный металлолом, но это, по крайней мере, нехорошо, несправедливо, некрасиво и, в общем-то, опасно. Так что, я надеюсь, у нас в управлении городом находятся ответственные люди, кто принимает взвешенные решения. Стелла, на которой располагались ордена, демонтироваться не будет. Она, по информации администрации города, не представляет архитектурной или исторической ценности и является футляром опоры контактной линии троллейбусов. Ее отремонтируют, покрасят и оставят на прежнем месте. Это одна из важных площадей нашего города. Площадь со сложной судьбой. Она играет важную социальную, коммуникативную роль и коммуникационную в нашем городе, но судьба в плане заступничества. В свое время, до середины 50-х годов, главное украшение была церковь Воскресенье Господне, построенная в конце 17 века, 80-е годы, 17 века, в стиле рыжского барокко. По информации чиновников, площадь Свободы внешне приобретет другой облик. Здесь будет больше цветочного оформления. Планов по восстановлению цветочных часов, которые находились здесь в советское время, на данный момент не существует. Однако, если рязанцы выступят с такой инициативой, городское управление благоустройства будет готово рассмотреть это предложение.